Зашла в гости, мне нужно купить две полуфутболки для моих к празднику. Так, сейчас у них 20% скидки от скидочной цены. 20%. Мне надо посмотреть для себя какую-нибудь белую майку под пиджак. Ой, какая коралловая. Продажи для покупателей откроются. Чтобы получить максимум от программы лояльности за совершенные покупки, зарегистрируйся на номер 190 рублей. Сейчас ты уже можешь использовать свои баллы. Такая веселенькая. На наших информационных стендах. Куриц. То, что тебе подходит. Что такое? Морская тема. О, боже. Парки, смотрите, какие парки. Какая-то разглаздана. Вот, ко дню защитника 23% скидка. $990 минус еще 20%. Ну, заманчиво. Пиджачок трикотажный. Пудрового цвета. Плюшевое что-то, толстовки. Так, ну здесь пошли джинсы. Джинсы. Так, цена. 2990. Ну еще 23%. Здорово, вообще здорово. Не поняла, это мужское или женское? Похоже на женское. Рубашка вот. Да сколько ж она стоит, господи. На них, по-моему, скидки нет. Вот такая вот с птичками. Мне нужна белая вот такая. И вот такая синяя неплохая. Я их возьму. Просто синяя, может, мне белую взять? Классический дизайн. Прямой силуэт. Средняя посадка. Черная. Соблазнительная форма. Идеальные джинсы. В гардеробе каждой девушки. Может быть, вот. Теперь для вас в фирменных магазинах Коллинз. Женские базовые джинсы. Всего за 2590 рублей. Коллинз. То, что нам подходит. Или вот такую можно взять. Девушка, вот такая МК есть? Такая. А вот такая? Да. Наверное, вместо белой возьму вот такую М-ка, если есть. Ага, я... да-да, положите, пожалуйста, мне там. Я на кассе уже оставила. Так, ну ладно, все-таки мужские штанишки. 2290. Смотрите, какие штанишки хорошие. Синие.
хочет себе, я ничего, все, что мужское. Я хочу в морском стиле, но их почему-то нет. Я бы даже вот такую взяла, но это мужское, я не подойду. Вот какая футболочка неплохая. Вот такая. Белых маек-то и нету. Какая-то в горох. Ой, какая приятная вискоска она стоит. Стоит она 790 рублей. Ну, как-то я... Нет, это что-то не очень. Не разный вырез. Тут такого нету. Господи, все с надписями. Нет, это мне не понравилось. Ничего такого не увидела. О, боже, что это? Сейчас ты уже можешь использовать свой телефон. Ну ладно, я все выбрала, наконец-то. Можно идти на кассу. Ну вот, пришла я домой. Тут как-то это, взяла две маечки своим. По майке каждому на 23 февраля в Коллинсе. Сейчас у них скидка. Вот 890 стоит майка, рубашка пола, точнее. И 20% еще скидка к ней. Итого за две майки, за две рубашки отдала 1400. Может, с копейками там. Вот. Нормальные, хорошие. Такие вот. Цвет такой, знаете, шоколадно. Ну вот, цвет хаки вроде как. Вроде не хаки. Не пойму, какой цвет. Как у меня штаны. У меня брюки такого цвета, как маечку взяла. Ну и попутно в аллею зашла, взяла вот что вот тут взяла, шампиньоны, свеклу, фасоль стручковую очень люблю я, фасоль. Сейчас у нас в аллее сыр по акции 399 за килограмм, вот за эту. За эту головку я дала где-то 200 рублей. Вот такую тушенку беру. Вот где увидите, вот такая тушенка. Тушеная высший сорт, ГОСТовская. 89,90 она в аллее, в командорах бывает, в батоне. В общем, здесь она прямо кусок мяса. Жидкости даже нету. Всегда берем вот такую тушенку. Если где увидите, берите. Ну и хлеба горячего. Сегодня же 23 февраля. Думала, может быть, что-нибудь. Вот из этого сделаю, наверное, я такие... Ой. В духовке. С фаршем обжарить грибы на фарш и сверху вот сыром. Будет вкусно. Ну, если будет время, я вам покажу, как я это делаю.